девушки Амигос, снова вы, снова я, и это снова Tomb Raider. Я так понимаю, что, не знаю почему, но летсплеи по Tomb Raider зашли прямо лучше всех других игр за последнее время, потому что много просмотров, много всего. Но фишка в том, что монетизировать Лару Крофт разработчик запретил. Он сам ее монетизирует, сам вставляет свои паскудские рекламки в видео и сам получает за это деньги. То есть практически моя бутылка пива уходит разработчику. Так что вместо Тома Райдера придется лайкать какие-то другие видосы. Главное не забывать. Так, с последнего лагеря или 7% выполнено. Какое бы сохранение выбрать? Внимание, если вы загрузите сохранение. Чего? Значит, нижнее. Там не задавали вопрос, вернее, не делали каких-то страшных предупреждений о том, что все мои сейвы полетят, и я буду проклят и забыт. Ну, давай. Давай, грузись уже. О, боже. О, есть контакт. Так, где ты остановился? Да, горный храм. Точно. Точно. Лару, значит, сколько там? Вся израненная, вся искоцанная, но не сломленная. И ни хрена не побежденная, и походу, что неуязвимая. Значит, так, это была прошлая миссия со стелсом. Это миссия, видимо... Миссия, видимо, исследования. Отвлечение. Всаживайте стрелы в стены рядом с врагами, чтобы отвлечь их внимание. А почему нельзя сразу ему башку всадить и отвлечь его внимание до конца? А это потому, что их двое. А мне надо идти вот туда. Поэтому... это стелс, хочу заметить, я играю в стелс. Что за звук? Стой, я пойду проверю. Ну этот... Хотел сказать, я слишком крут для этого стелса. А они слишком косые. Зачем вы это делаете? Нормально, прохождение засчитано. Как от лохов ушел. Я понимаю, почему я с луком бегаю, но они-то почему с луками бегают? Вот. Эй, мне нужен факел. А может быть прокатит, а? Да, блядь. Ну, быть такого не может. Вот так вот. Я хотел более гламурно перестрелить веревку, на которой она висела. Так, а на какую кнопку она приседала? Она вообще приседала? Нет, не приседала она ни хрена. Она подходит, тогда приседает. Просто так приседать нельзя. То есть, если хочешь жопу накачать, это никого не волнует. Чтобы бесшумно убить противника. Хотя Ларкину накачивать не надо. У нее прям самое оно. Как это и в случае с Хитманом или Мэнхантом. Союзника, человека, которого я душу, просто посмотрел. Отвернулся, сделал вид, что ничего не видел. Трупы прятать вроде как нельзя. Переодеться в их шмотки и притвориться членом их банды, как я понимаю, тоже. Жаль, в Хитму не помогало. Прикиньте, выходит такая баба и говорит: «Эй, Чарли, как дела?» Ну, голос-то надо что же подделать. А в какой-то части то ли фильма «Звездных войн», то ли пародии на «Звездные войны». Не, по-моему, в олдскульных «Звездных войнах». А, по-моему, Хан Соло и еще кто-то переодевались в костюмы штурмовиков. Что, был коктейль Молотова? Серьезно? Вот, но штурмовики-то все клоны, они все одного роста. Все один... Вот, и одной комплекции. Неужели не видно было, что это они? Ладно. Так, прострелю-ка я ему копыта. И этому тоже. Так, этот готов. Но я куда-то грохнулся, запаниковал. Да, блядь. Я не понимаю, откуда, блядь? Вон он. А, тут огонь распространяется. То есть дерево горит, оно вот не просто так горит. Тогда бы мне хотелось немножко оружия какое-нибудь поскорострельнее, чем этот кусок дерьма. Потому что врагов-то немерено, и походу... Ну, походу, нужен стелс.
может, и не нужен. Причем они учат убивать бесшумно на таком примере, когда они просто прямо рядом два стоят. Вот сейчас, по-моему, я спалился, нет? Запчасти. Она у них в карманах находит запчасти. Вот оно что, не обязательно искать ящики. Что-то я вообще немножко нихера не понимаю, куда идти. А, ну да. Отвлекем-ка. Один отвлекся, смотрите. А этот глухой. Или в наушниках. А тот второй, он слышит, как стрела попадает в дерево, но не слышит, как стрела попадает в череп. Вообще, а лук валит их с одной стрелы, я так понимаю. Блять, откуда они взялись? Вот говно. Вот говно. Последнее, надеюсь. Ну он-то, бля, прям Робин Гуд, прям сразу, не целясь. Ну, правда, он и не попал, кстати. Блять, как же она, перепрыгнет ли она здесь? Давай, корова! Ништяк. А у них в карманах, кроме запчастей, походу, вообще ничего не бывает. На крюке на своем она съехала. Нормалек, боевик защитный, мне нравится. Все? Я справлюсь. А, сценка. Ни хрена на тарантул. Какая удивительная, что природа имеет ширину такую, что именно с ее ростом удобно там лазить. А, знаете, есть олдскульный фильм с Ван Даммом, называется «Киборг». Это фильм, как я помню, первый фильм, где показали убийство, как бы, ну, такое, что Ван Дамм сидит, короче, на шпагате, но не на полу, а ноги между стен. Между стен на абсолютно ровном шпагате он сидит, под ним проходит, пробегают враги, и он сверху прыгает с ножом и убивает последнего. Вот это ж какое удивительное совпадение, что ширина этого коридора совпала с длиной его ног в шпагате. Или мне интересно, или там ботинки подбирали, наверное, на специальной подошве. Сколько не хватает. Кто там собак расстреливает? С двух рук. Ни хрена ты, ковбой Хаггис. Слава богу, ты жив. Бог здесь ни при чем. Иногда шальная капля попадает в экран и начинает сползать по той стороне монитора. Боже, это как досталось твоей ноге. Это Директ с 15 просто. Это только на вид страшно. Ты что-нибудь знаешь об остальных? Ничего. Постой, что ты делаешь? Волки утащили рюкзак с едой. Передатчик со шлюпки тоже там. Если его не вернем, не выберемся с острова. Но тебе нужны бинты, морфии, антисептик. Все в рюкзаке. Зачем волки утащили передатчик? Кому они собрались звонить? Помоги мне. Волки утащили рюкзак. Господи, какая чушь. Я думаю, волки бы всех там перегрызли, в первую очередь его, и стояли бы жрали из рюкзака. Но уж точно никуда не утащили бы. Пожалуйста. Хотя говорят, что волки воруют. Нет, это лисы должны воровать. Лисы вроде воруют. Сейчас. А может и волки. Воруют овец. Что-то такое. Как мало я знаю о волках. Черт, надо бы документалку скачать. Лара Крофт запасается мясом, как я понимаю, сейчас. Килограмм 70-80. Не самого свежего, не самого молодого. Безусловно, не самого розового и питательного. Не самого диетического, но все-таки мясо. Если у худенькой Лары Крофт так выпирает бюст, а что будет, если она отожрется как следует килограммчиков на 10 и при этом еще родит? Просто... Нет, мне не интересно, не хочу.
Она же компьютерная тёлка, её красота будет вечной. Но если мне будут ее немножко меньше показывать, я не расстроюсь. Ура, наконец-то игра началась. Ага, вот и волк халявный. Так, она волка наверху показала. Мне туда надо, что ли? Опять этот сбитый самолет здесь. Так, здесь, походу, мне... Да ёптель. Ага. Корзинка дирижабля. Не дирижабля, а этого воздушного шара. Так, а сейчас не что туда? Эти руины периода Камакура. Это... На самом деле, эта миссия из разряда «заберись вот туда» очень напоминает Assassin's Creed, где там по канализациям в какой-то части носишься на время, чтобы открыть путь там костюму Альтаира. Что-то такое. По сути, то же самое миссия. Угадай, как туда пробежать, промчаться. Добраться и так далее. Так. Какой громкий волчара. Не-не-не, залезь обратно. Мне, наверное, надо из дома выйти там. Ага. Вообще непонятная дорога, что за маршрут такой. И паркур немножко дерганный. Попутно принимаем душ из воды или камней. Вот он, душ с массажем. А не ваша там душевая кабинка. Как какое удачное стечение обстоятельств, что этот самолет здесь... Что этот самолет здесь так лежит, но почему он так качается? Возможно, Лариса весит куда больше, чем кажется на первый взгляд. Или тут такой тонкий баланс был, что... Рюкзак там. Что если муха накакает, все рухнет. Рюкзак там. Вот там. Чутье уточнило мне, что... Я думаю, не факел нам нужен. Нам нужно лук натянуть и идти. Вообще, у того чувака пистолеты были. А, теперь у меня есть пистолет. 50 патронов. Нихуя, блядь. Кто с доброй сказкой ходит в дом? Мне нужен только рюкзак. И все. Стрёмное место какое. А чё, волки не доедают мясо, что ли? Нахрена оно там тухнет? Это волки-психопаты, наверное. Вот он. Так, теперь нужно вернуться к роду. Я, кстати, смотрел какую-то документалку или какую-то программу с канала природы. Там мужик со стаей волков жил. Они его, типа, вожаком выбрали, а потом он ушел из стаи, чтобы ему пиздюлей не навешали. Волки, которые сами хотят вожаками быть. Ой. Ну, Лара-то железная, ей ничего. Нет, все-таки она померла. Ну что ж, на мертвую телку тоже поглазеть. Экзотика. Тем более, нажимать вовремя кнопки не моя самая сильная черта. Вообще я геймер так себе. Давай, давай, давай. Да ну нахрен, ну ёпта, ну какое... Как я ненавижу эти миссии с кнопками, господи, как я их ненавижу. Ой, блин. В этом Daylight'е, блин, в конце эту хренотень впилили. Уже, блин, драка с боссом. Самое классное, что я джойстик-то хреново помню. Где какая? Где желтая? Где не желтая? Я тоже хочу смотреть, как она с волком дерется, а не на, то, не на это место, где мне кнопку сейчас покажут. Твою медь. Писали, рисовали бы хоть посреди экрана, я всю зрелище пропустил.
Все, провели кастрацию. Теперь чего? Теперь я нашел сумку со жрачкой, можно вернуться. Какие-то мелкие бытовые проблемы решаем мы в этой игре, я смотрю. Ничего глобального, типа найти гробницу здесь нет. А, и да, я иду не туда, куда мне надо. Да-да-да, мне-то надо куда? Мне надо вон туда, обратно. Может, там дорога есть? Ай, да хрен там что есть. Ну, это Tomb Raider, давай. Ей пофигу, она может падать. Мы вообще как, спешим? Он там с голоду не помирает? О, здесь что-то можно сделать. Хочу заметить, что у стика, вернее, у лука и пистолета разная чувствительность вообще. Что за хуй? Где связь-то между этими двумя предметами? Ах, блин. Эта игра слишком логична для меня, я-то не логичен. Мне кажется, что надо стрелять в такие объекты, и они должны типа падать. Ну, видимо, эта игра считает, что как-то по-другому должны развиваться здесь события. Да ёб твою мать. Вон тут курицы бегают, а мы пошли за рюкзаком, чтобы жрачку какую-то принести. У него что там, икра черная, что ли? Или курица не устраивает? Он, кстати, на Рона Перлмана похож. Или Перельмана, как правильно. На Хеллбоя, короче, актера. А сейчас начинаются ролевые игры в медсестру. Что она, она симулирует перевязку, что ли? Вот так вот проснешься, а яйца рядом лежат на полке. Что-то я не вижу следов ее врачевания какого-то. Ничего не изменилось. Наверное, зеленка помазала. Ждет, что похвалят. Неплохо. Где такая юная леди могла этому научиться? Мазать зеленкой ранки. Мне приходилось постоять за себя. Да, и тебя... Ничто против разбитой бутылки. А, он у тебя? На нее нападали с разбитыми бутылками? Итак, я полагаю, наш план доставить его на радиовышку. Видимо, она где-то в соседнем районе со мной жила, наверное. Так мы сможем послать сильный сигнал во всех направлениях. Послушай, Лара, нам нужно послать сигнал бедствия, а я не скоро встану на ноги. Давай высечем искру нашими чреслами. Да, я боялась, что ты это скажешь. Ты справишься, Лара. В конце концов, ты же Крофт. Боюсь, я не та Крофт. Именно та. Но пока этого не знаешь. Видимо, ее семья очень знаменита, но я ничего не знаю ни о ком, кроме Лары из нее. Понадеемся, что я быстро учусь. Она, наверное, какая-нибудь дочь потомственного, хрен знает, что за археолога. Хорошо. Береги себя, Лара. Я помню, в одной из частей у нее был особняк шикарный и тренировочная база там на нем была. То есть видно, что девочка-то не из бедных. А что еще делать, если ты не бедная девочка? Лазить по горам, искать гробницы, правильно? Зачем? Зачем тебе этот, как его там, Арабские Эмираты до дискотеки? Ледоруб у нас. Сначала испытай ледоруб вон на той скале. Я предлагаю испытать ледоруб методом Рамона Меркадера. Тонкий юмор. Сюда можно залезть. А, нажмите, чтобы залезть на стену. Чего? А. Крутота, еще немножко Спайдермена.
вот так вот при помощи одного ледоруба можно покорять каменные стены. Это верх профессионального альпинизма. Дело в том, что ледоруб называется так, потому что он рубит лед. Если бы он рубил камень, мне кажется, он был бы камнеруб какой-нибудь, но такого прибора нету. Поэтому каким хреном она сейчас лазит на нем? А, она его не втыкает, она им цепляется за неровные стены, она его не вгоняет в сам, хотел сказать, кирпич, в сам гранит. Ну и при этом стены не выглядят достаточно раздроченными, чтобы ледоруб мог за них цепляться. А я тут был. Смотрите гробницы, ищите спрятанные награды. Ну-ну. Медаль племени Апачей. Ура! Нет, да, я залез. Знакомая сценка, я хочу сказать. Пошел нахуй! Ты пошел нахуй! Нахуй иди! Ты нахуй иди! Иди нахуй! Так, ну что? А сгорел-то только один. Не знаю, планировался ли тут стелс. В мои планы стелс никогда не входит. Живучий какой был чувачок-то. Если бы не я, жил бы, дожил себе, наверное, лет до 80. Так, и здесь надо много-много лазить. Не? Верняк. Ну, я думаю, что залезать надо, наверное, не здесь, а в какой-нибудь более благоприятный для этого скалы. Его, боже! Благо, что течение не сильно. Вот, например. Да выключи ты свою, тут чутье свое, блин. Чуткая моя, блин. Вот так вот. Оп. Тут все сломалось сразу. И мы тут крючком. Так. А вот. Ага. Кстати, вспоминаю фильм Tomb Raider, когда я увидел, какого ей там пацана выбрали. Ну, Джерарда Батлера. Тогда он еще не был так известен, как царь спартанцев. Я только подумал, подумаешь, какой гражданин. А теперь, да, действительно брутальная пара. Блин, да ёптель, ну как-то, можно сжечь это. Хренату, давай. Устроим дебош и спалим нахрен все. А, эти штуки поджигаются, их, сука, нельзя сбивать. А, из них падает вот эта коробка и все, да? Понятно. То есть никакой суперсистемы того, что сбил, разрушил пол, тут нету, да? Ну давай. Сейчас бонус дадут 100%. Иллюминация. Какая нахер иллюминация? Ага, мне вон туда. Ай, ну тихо ты, лошадь. Она не хочет взбираться, она хочет садиться на жопу и кататься. Ой. Так, мне нужно... Ну отсюда она туда не допрыгнет, наверное. Так, отсюда попробуем. Прикольно, базара нет. Да ёб твою мать.
Да, ну может это не симулятор паркура и скалолаза, но смотрится-то и играется довольно приятно. Что ж ты, толстожопая-то такая, господи, а? Пирожков на ночь, наверное, любишь потрескать, блядь, с майонезом. Чё под тобой мосты-то трещат, господи. И ледоруб! Спарта! Отлично, она всё-таки сделала это. Лара, ты на связи? Да, Лара в экстазе. Эйс, вы где? Нашли Сэмми? Мы еще идем по следу. Хорошо. Я собираюсь послать сигнал бедствия со старой радиолыжки. Что скажешь? Лара, тебе нужно найти радиопульт. Это такая штука. Выглядит как куча старых переключателей. Поняла. Как найду, сообщу. Какой-то странный диалог у них пошел. Знаете, на что было похоже? Говорит, алло, Сэмми с вами? Нет, я собираюсь послать его нахуй. Что скажете? Не надо, не надо! Так кто орёт, не надо, не надо, Лара? Что не надо, не надо? Они сейчас все помрут. Что ты переживаешь? Вот, вот, например, вот это я сделал вообще просто так. Да ёпта, нихуя. Она ранена! Я предлагаю отступить. Ты умрёшь! Ой, у меня же есть, точно, у меня же пистолет есть. Только стрелять из него это просто жопоболь. Вот я настоящая баба с пистолетом теперь. Знаю только с какого конца пули вылетает, и то слава богу. Сдохни, мудила. Так-так. Оп, все. Нормально, пойдет. Я не понимаю, кто они и почему их так много на этом острове. Они тоже за сокровищами пришли, что ли? У меня плохое предчувствие. Да, у меня тоже здесь где-то японцы. Почему эти костры не тухнут под дождем, я не понимаю. Что это за волшебный огонь? Баба до сих пор мерзнет. Смотрите, она столько мужиков в куртках убила, ни одного не раздела, блин. Говорю тебе, Рейс, все дело в механике, а не в электрике. Давай, опять да. Хоум-видео. Они, наверное, это на YouTube собирались выложить, походу. Черт. Снимают однозначно где-то в электрике. Ах, вот как. Ух ты. Рейс. А это что за милый лисенок, а? Что, симпатичная? Очень. Это Алиша. Алиша? Класс. Дочка моя. Ей 14 лет. И она уже умнее тебя. Видимо, в папу пошла. Не слушай его. Такой тонкий юмор, что у меня аж, блядь, я не знаю, я аж порезался об него. Ни хрена она тебя подъебнула. Профессионально прям. Ну, так загнула. Ух, как ты будешь жить с таким пора позором? Пора задрать люки. Да-да, иду. Ну вот, значит. И вдруг эта тварь высовывается из воды и прямо рядом со мной. Ну я и поднул ее в лицо. Хм, удар головой он всегда выручит. Да ты прям Джек Воробей, бля. Я неделю в себя не мог прийти. Как перемотать? И с тех пор капли в рот не беру. Увидимся за обедом. Да чего долгая и бессмысленная ересь? Ну хорошо. Ой, а я смотрю, кто-то любит шоколадку-то потыкать. Так, давайте снимем ролик. Спасибо. Да, мы снимаем обзор доктор трески. Доктор Джеймс Уитман, эпизод 15-3, мотор. Итак, теперь крепко. Эту рыбу мы купили в универсаме, окей, а эту мы купили в универсаме лето. Давайте посмотрим, кто из них пиздит из нее икру. Стоп! Он вернется? Я его приведу. Вот все хорошо в этой игре. Все хорошо, кроме вот это, вот этих вот видеопросмотров семейных. Что значит просто рыба?
Он не может рыбу убить. Будь трижды проклят этот твой натурализм, Сэмми. Я призван нести людям культуру, а не обеды. У нас тоже такая ситуация была. Как-то папа принес живую рыбу из магазина, пустил ее в ванну, она плавала весь день, под вечер было жалко ее убивать. И вы это знаете. Если бы не ее цена, мы бы, возможно, ее отпустили. Давайте попробуем еще раз, окей? При монтаже мы сделаем из вас Гордона Рамзи. Доктор Джеймс Уитман, эпизод 15, дубль 4, мотор. Итак, крепко ее хватайте и вспарывайте брюхо. Вот так. Я столько просидела над ними, что когда закрываю глаза, вижу эти карты. Но если я не права, и Ямотай не в треугольнике дракона... Помню, как ты нашла это в раскопках отца. И прибежала показать вот мне в своей пижамке с пингвинами. Мне было 5 лет. Первая находка. У тебя есть интуиция. Свои пижамки с пингвинами. Я ее прямо вот сейчас, вот такую лошадь представляю в пижамке с пингвинами. Он всегда доверял интуиции. Круто. Плохо это или хорошо? Вообще пижамки с пингвинами круто. Надо себе купить. Он бы гордился тобой, Лара. Мы приближаемся к буре. Да что, утонули. Мы справимся со всем, что нас ждет. Да, 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 да. Господи, где конец, где край? Что за херня? Сколько памяти в этой камере? Ура, блядь, закончилось. Ёпта. Минут 5, по-моему, ушло этой хренати. Соберись. На тебя надеяться. Не знаю, кто там на тебя надеется. Спасибо Рота за его тренировки. Все эти бесконечные походы и мучительные восхождения, он как будто готовил меня к чему-то подобному. Теперь совершенно ясно, что здесь живут люди. Их целая организация. Они убивают вновь прибывших на остров, некоторых принимают к себе. Но нормально. Зачем? Похоже, что ж, пока Лара собирается с мыслями, мы прощаемся до следующей серии. По традиции серии Лара Крофт будет коротким. Так что не забудьте потыкать в рекламу, где-нибудь в другом видео что-нибудь написать. Мазёвого и адьё.